обманули дурака на 4 кулака. В период Советского Союза, значит, еще Горбачев, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения. Где это написано? Где было закреплено это обещание? Вы молодец. Правильно. Обманули дурачка на 4 кулачка. У нас так в народе говорят.